Друзья, всем привет! Всех рад видеть вас на моем канале. Сейчас я и мой брат Александр, он является мастером спорта по поясной борьбе, чувашская борьба куряш. Он очень хорошо боролся в свое время. Я с прогибы тоже бросал, да? Прогибы. Вот чувашская борьба, мы вам просто объясним, как эта борьба. Тут пояса берешь, и вот он... Он бывало так через себя бросал. Но сейчас он покажет легко, мы не размяты, как бы просто чуть-чуть туда перекинь. Вот борьба идет, допустим. И вот здесь он. Нет, вот ты бросай, я прихожу туда. Вот борьба идет, да. И вот он вот частенько закидывал. Один раз он в Казани, когда боролся, так запулил своего соперника, что тот его, наверное, 2 минуты откачивали. Да, история была? Да, головой ударился. Он говорит, головой ударился, прям врачи набежали. Вот амплитуда вот такая была. Ребят, сейчас 2 трюка, 3 трюка вам покажем, или 4 там сейчас посмотрим. И в конце Даринка покажет свой трюк, да, сальто покажешь нам, да, как ты делаешь? И Гордей. Так, ну первый трюк самый простой. Давай отсюда туда, чтобы сбоку видно было. А подъем разгибом, легкий трюк. Давай. Да, этот трюк он в свое время в Шаолине научился, ребята. Он там 3 месяца жил с монахами, да? С монахами. Чисто преподавали рисом питались, духовную, да, духовная практика была. Духовная практика, духовная пища, питание один раз в день, рис только. Вот чашечку давали, да? Ну и в день листья салата. И салат, вот листья, прям с березы нарывали листья, да? Да, с березы. Ну там она березы называют шуашень. Китайская береза? Да, шуашень называется. Вот. И, ребят, вот видите, сейчас у него живот сейчас нарастил, а он тогда приехал с Келябра, 50 килограмм, да? Считай, 51 500, вообще ничего не ест. Уехал туда в Шаолинь, короче, 70 килограмм, приехал 50 500. Ну, прям диета такая жесткая была, как палка, но гибкий был страшно. Вообще, да? Развивает очень хорошо мозг и тело. Да, ну, Шаолинь, ребята, это, во-первых, не физическая работа, там психологическая подготовка была, да? Да. Как у вас там движения были? Потом. Прям защиту ставили. Или вот соперник, например, бьет с разворота. Не-не, с ноги ты должен разорвать. Как вас учили? Ты должен... Не, я бью с ноги, ты как уходить вас учили? Давай. Давай. Вот я такой... Вы видели? Он вниз ушел. Это тактика. Я думал, он назад уйдет, а он вниз. Как ты сейчас сделал еще раз? Видели? Второй трюк, ребята, второй трюк я делаю. Давай поближе. Ребята, этот трюк не повторяйте, он очень опасен. На раз, два, три, да? Да. Раз, два, три. И на отжимание сразу переходишь. И второй раз. Ребята, внимательно, второй раз. Сейчас на ноги надо встать. Раз, два, три. Опа! Отец говорит, проваливайте. И следующий трюк, ребята. Сын говорит, я. Так, давай. Все. Бороться пока не надо. Так, давай. С разбега. Так, давай. Подъем разгибом. Давай, давай, иди. Подъем разгибом. Давай. Жура, как она? Жура. Вот. Ай, красавчик! Ребята, вот такие трюки. Если у вас есть свои какие-то трюки в арсенале, присылайте. Будем рады, выложим их тоже, да? Да, обязательно. А, давай этот, сальто показывай. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик. Да, чтобы не пропустить следующие выпуски, давай этот. Показывай сальто. А как ты сальто делаешь? Давай, разбегайся. Давай. Все. Соберись, давай. Опа! Опа! Молодец! Отлично! Так, теперь Гордей. Давай, сальто. Заключительный прыжок, ребята, на сегодня. Давай. Давай. Сальто. Давай. Ой, молодец! Давай еще. Папа! Молодец! Такие новости, друзья. Все, на этом прощаемся.